Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Никита, и сегодня я буду делать обзор на свою сборную модель. Я вам говорила в прошлом видео, что я себе заказывала сборную модель Nissan Skyline, и вот она ко мне пришла. Ну что ж, давайте откроем и посмотрим, что же там внутри. Вот такая вот. Так, вот мы видим тут ледник с фарами и с поворотниками. Еще видим сеточку. И какую-то бумажку, не знаю, что это. А, это скотч малярный, скорее всего. Не знаю, модель окрашена, скорее всего, мне не пригодится. Так, тут мы видим остекление. Стеклышки на фары передние. Открывать я это сейчас не буду, чтобы ничего не поцарапалось. Давайте берем сюда. О, корпус. А корпус я открою, покажу вам. Так. Вот такой вот корпус. Он уже окрашенный. Такой синий металлик, блестящий, переливающийся цвет. И не скажешь, что это пластик. А на деле это ведь пластик. Выглядит как металл. Очень красиво. Давайте корпус тоже отложим. Тут мы видим ледник с днищем. Такое вот днище. Уже тут тоже окрашено все. Вот такой вот ледник. Так, сорян, камера сейчас хотела погулять. Вот такой вот ледник. Так, тут я вижу блестящий... Короче, это блестящий элемент. Тут я вижу задние фары. Длинно блестящая часть. Так, колодки. Вот это суппорта, точнее. И передние фары. Так, еще вот банка на глушитель. Так, а где, собственно... А, вот насадки на сам глушитель. Тут у нас элементы салона. Вот такой вот сам салон и сиденье. Кстати, сиденье с выбором. Можно поставить вот такой вот сток или уже ковши. Еще тут видно дворники, щетки. Вот я вижу два передних, а вот это я не знаю. Вроде заднего, а у Skyline нету. Ну, в ходе сборки узнаем. Вот такой вот ледник с дисками. Вот диски это вообще отдельное внимание нас так заслуживают. Давайте я открою. Вот такие вот диски. Очень красивый цвет, у них такой серый металлик. Тоже давайте сюда отложим. Так, тут мы видим детали с капотом и бампера. Спойлер еще. Вот такой вот бампер. Передний, задний капот очень красивый. Номерные знаки и зеркала. Дальше у нас тоже ледник с салоном. Это у нас тут руль, торпеда, дверные карты и еще один руль. Смотрите, это вроде как стоковый руль, а это уже руль мингованный. Еще тут мы видим детальку, на которой крепится руль, ручник, зеркало заднее. Это я не знаю, что какая-то торпеда еще. Так, тут у нас ледник с элементами подвески. Тут вот так вот рычаги. Вот сам глушитель. Рычажки, поворотные механизмы. Кстати, колеса тут поворачиваются. Резина тут есть. Резина с пружинками, то есть у меня будут тарматизаторы. Она будет тарматизировать. Вот такие вот декали. Вот спидометр тут. Наклейки. Ну, и наклейки на знак. И декали Skyline и GTR. Больше коробки ничего нету. Давайте посмотрим инструкцию. Вот такая вот инструкция. Она на английском и японском языке. В общем, будем разбираться и будем ее собирать. Это там видео подошло к концу. Ставьте лайки, если вы хотите себе такую же модель. Если вам просто понравилось видео. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!